Опять трансляция, как всегда. У меня опять трансляция, Ваня опять это засветилась. Я набыла фару в прямом эфире. Вот. Будет 100 человек, и я вам покажу Аню. Я сейчас на рабочем столе, но этого не видно. Вот он. Это мой рабочий стол, да, он белый. Он белый. Он белый. Красивый, спасибо. Так, я должна с собой взять какую-нибудь маленькую сумку. Кто такой Мурзик? Аня Музафарова. Так, какую мне взять сумку? Я не знаю, какую мне взять сумку. А какие сумки у меня вообще есть? Не знаю, какие у меня есть сумки. Нет, меня нет в одноклассниках. Уже 53, 50. Подождите, я буду смотреть за всю трансляцию. У меня было 70 человек, поэтому я буду смотреть за всю трансляцию. Вот. И так как в той трансляции, ну, за всю трансляцию было 100 человек, поэтому я вечером попытаюсь снять трансляцию. Нет, я не знаю такой город Ковров. 72 человека в трансляции всего было уже. Поэтому уже скоро. Потому что вот сейчас просто показывает 46, и если вы сделаете там, где, ну, кто смотрит эту трансляцию, там написано то, что 73. 75 уже людей. Так, будем ждать. Была в Самаре? Нет. Не поет на ВКФ 17 июля. А у Яна. Не знаю, когда они поедут. Какой у тебя телефон? Мне телефон. iPhone 6. Ой, iPhone 6. iPhone 5s. Я не знаю, видите ли вы? Вот. Не знаю, видели ли вы? Вот, видите? Вот. В телефоне видите телефон. Всем привет. Так, за всю трансляцию было 87 человек. Я не знаю, что мне еще нужно с собой взять. Уже 93. 94 уже. Давайте, еще 5 человек. 95? 5 человек, я показываю Аню. А, Юля, что случилось? Почему ты в больнице? 95. Ой, мой глаз. 96, 97. 3 человека. Юля, почему ты в больнице? Понятно. 99, 98. 99. А, блин. 99. 100, все. Ладно, подождите, 100 человек. Я еще не видел. Все, 101 человек. Пойдемте, я покажу Аню. За 100 человек я должна была показать тебя. Все, показала. Аня, ты уже собралась в Питер? Нет. Нет. Юля, иди ко мне, моя девочка. Я вам покажу наряды моей собаки. Хотите? Пишусь. Сейчас я вам покажу одежду моей собаки. Так, подождите, я должна включить свет. Так вот. Так, сам пьет. Подождите, это еще не все. У меня есть еще зимние. Секунду.
Сейчас включу в коридоре свет. Во втором коридоре. Так, значит, у Юли есть два зимних наряда. Ой, помоли. А у нашей собаки у нее есть. У нее есть? Нет. Аня падает в кроссовки. У Юли есть вот такой вот. Хупка. Это более на осень у нее. И вот такая более зимняя, она очень теплая. Вот. Здесь даже кармашки есть. И это еще не все. И есть 3-летних. Самое первое было вот это. Дальше мы купили вот такой вот. Третье было вот это, смотрите. Какое у меня себя сейчас. Вот, посмотрите. Ты что, это платье хочешь открыть? Нет, я показываю в трансляции. Меня покажи. Не покажу, не переживай. Всё, я вам показала все наряды моей собаки. Юля, иди ко мне, Юля. Юля, Юля, иди. Иди ко мне, моя девочка. Мути-пузи, моя девочка. Да, Юля носит наряды, они у меня есть девочка. Кто ночевал у вас сегодня путь? У нас ночевала только Лера, но еще мы скоро пригласим Юлю. Я не буду опять идти к Ане. Вот, смотрите, какая она милашка. Ты милашка. Ты с нами пойдешь, да? У нее еще есть две рулетки. Одна розовая, она на 3 метра. И еще на 5 метров она черная в розовый горошек. Она, кстати, очень крутая. Недавно только купили. Смотрите, я как загорела. Сейчас. На камере это не очень передается, а какая-то белая. Да, лучше. Мне она больше нравится. Юлечка, ты такая смешная. Да, ты меня любишь, да? Да, она меня, наверное, любит. Надеюсь. 27 человек. За всю трансляцию 142. Где сестра? Аня собирается. Покажи свою комнату. Я уже вам показывала. Посмотрите мою прошлую трансляцию. Так, я сейчас отключу трансляцию, и вы посмотрите мою прошлую трансляцию. Ну, не прошлую, но где-то там... Где-то первые из 5 трансляций. Вот, посмотрите, и там где-то я в какой-то трансляции покажу вам свою комнату. Вот, всем пока.